Те, кто законно приезжают в Беларусь, мы их здесь принимаем, так же, как и в любой другой стране. У кого хоть малейшее нарушение закона, в самолет и обратно. Вот таких около 5000 на сегодняшний день. The situation is evidently extremely complex and problematic. We can see enormous suffering of people that are left in limbo. It is absolutely unacceptable what Belarus is doing and how the people are manipulated. На границах соседней, прежде всего, Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск. Примерно на сегодняшний день до 20 тысяч личного состава с авиацией и бронетехникой.